Кудрявцев Егор, 4 класс, Ключевская школа номер 1, Иван Андреевич Крылов, Ларчик. Случается нередко нам и труд, и мудрость среди том, где стоит только догадаться, за дело просто взяться. Кому-то принесли от мастера ларец, а делка чистую ларец в глаза кидался. Ну, всяким ларчиком прекрасно любовался. Вот, ходит в комнату механик и мудрец. Глянув на ларчик, он сказал: ларец секретом, так он и без замка, а я берусь открыть. Да, да, уверен в этом, не смейтесь так из-под тишка. Я отащу секрет и ларчик вам открою, в механике и я чего-нибудь стою. Вот, за ларец принялся он, вертит его со всех сторон и голову свою ломает, то гвоздик, то другой, то скобку поджимает. Тут, глядя на него, иной качает головой, те шепчутся, а те смеются между собой. В ушах лишь только отдается, не тут, не так, не там. Механик пуще рвется, потел, но наконец отстал, от ларчика отстал. И как открыть его, никак не догадался, а ларчик просто открывался.